Городской проект «Профтренд» на протяжении нескольких лет знакомит ребят с миром различных профессий, востребованных и нужных на предприятиях в НЕЭВ. В формате проекта школьники проходят по станциям и пробуют самостоятельно выполнить несколько практических заданий. Помогают им в этом специалисты ядерного центра. В этот раз встреча «Профтренда» в школе номер 17 на целый час погрузила учеников 7-8 классов в работу инженера-конструктора. Такая встреча нужна, чтобы ребята понимали, чего они хотят от своей жизни, кем они хотят быть, и сразу определялись с вузом и направлением, на которые они хотят поступить, потому что это определяющее сейчас, чтобы они знали четко, куда хотят пойти. Вначале сотрудники ядерного центра рассказали ученикам, кто такой инженер-конструктор и чем он занимается, что такое 3D-моделирование и какие возможности есть у инженерно-графической программы «Компас». А затем последовала практика. На компьютере школьники под руководством наставников попробовали создать объемную компьютерную модель «Человечка-Лего» с необходимыми параметрами. Ребята научились соединять детали, делать маркировку и раскрашивать объект. Не все у участников получалось с первого раза, но процесс оказался увлекательным. Сложным было, например, разместить текст на самом объекте. И сложно было сделать так, чтобы модель, в принципе, собралась и выглядела подобным образом. Мне понравилось то, что не на плоскости это ты делаешь, а вот в проектировании, в 3D. И раскрашивать и вообще создавать эти модели любые и персонажи. В марте во Дворце детского творчества в рамках «Профтренда» намечено несколько мероприятий. В необычном формате ребята познакомятся с техникой безопасности на производстве. Для учеников 8-10 классов пройдет День увлекательных наук. А для самых маленьких подготовили игру по станциям «Привет, Baby Skills». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.